Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Клавдия Корнева. И сегодня мы приготовим окрошку на кефире с газированной водой. Вот здесь у меня газированная вода. Значит, что нам понадобится? Понадобится нам отварной картофель 300 грамм. Буду высыпать сразу, чтобы меньше места. 3 диски 300 грамм. Огурчиков 300 грамм. Все порезано соломкой. Белок яйца от 5 штук. Мясо — это куриная грудка, отварная и порезана мелко. Укроп, пучок, петрушки, пучок. Далее ложечка чайная горчицы, растираем с желтком. Так, лук у нас мелко порезанный, зеленый, видите? Я его посолю и немножечко примну так, это тоже сюда смешиваем наш желточек. Лук. Кефир. Сейчас я его открою. Так, ну, литр кефира я выливаю, потому что где-то литр кефира надо и литр газированной воды примерно напополам. И газированная вода. Конечно, оно все холодное, остуженное. Вот как раз так и получается. Газированной воды пошло немножко больше. Добавляем сметану. Сметаны где-то грамм 200. Сейчас солим это все хорошо. И вот окрошка наша уже готова. Очень вкусная. Мы досолили по вкусу. Если вам не хватает кислоты, можете добавить бальзамического уксуса или яблочного уксуса. И вот наша окрошка уже на тарелочке. Приятного аппетита и удачи вам!